Так, теперь у нас произошло что-то неожиданное. Да-да-да, что-то тут left. Я пытаюсь понять, я закончил уже или нет, сейчас, секунду. Paradigm Padding Control Button. Дырка пропала, а почему? Потому что у Background Splash View контроллера уже есть логотип. А тут режиссер мне говорит, что надо сказать, что вы подписывались на наш канал. Но это, в принципе, все, что я хотел сказать.